сейчас, что вот вас обвиняют, что вы тупили. Вы-то как? Все врут. Они простые маршруты города. Тойота, которая передавала ранее. Это что, правда, что ли? Прошла перекрестка Горького Глагоева от улицы Фурманова. От улицы Фурманова. Это уже хулиган. Так и я ухожу в патрульную машину. Вы говорите, у вас грудной ребенок в машине, а вы уходите вообще в противоположную дорогу. А ребята, давайте меня вот так заловим. Не думай, малая. Да, конечно. Кошмар, а. Вот Россия, позорище вонючее. Я жду, не дождусь, когда тебя уеду. Уедете, возможно. Уеду. Давайте позовем машину. Я не уеду отсюда, не уйду, у меня там ребенок грудной. Вопроса нет. Я живу вот в этом доме, ребят. Зачем вы ездите с грудным ребенком по улице с признаками опьянения? Да я еду туда уже час. Да какая разница, куда вы едете? Понимаете, вот здесь день рождения, а вот здесь у меня дом. Ради бога, у вас там ребенок в машине сидит. И что, один дом мне проехать? Уйдите отсюда, вы уже понятно, кто путинская. Уйдите отсюда, успокойтесь. Вы меня выводите, понимаете? Заниматься не можем, потом все будет можно. Нет? Камера есть? Телефон есть? Сними. Нет камеры? Да? 03-19. Где вы нужны, вас нету. 4-то хотел, скажите. Я? На что денег хватило, то и пила. И что это бедные, было? Бедные. Боярышник, что ли? Боярышник из аптеки, да. У меня еще гранатомет в машине лежит.